Добро пожаловать, это трансформеры, закаленные в бою, с вами как всегда и все по-прежнему. Доценты, мы продолжаем проходить сюжетные линии. Покуда у нас пока особо не обновились, давайте-ка попробуем глянуть, так сказать, одну из самых хардкорных миссий, какая здесь есть. Это четвертый акт, часть третья в пути, третья... Миссия ускорения. Боссом у нас здесь будет... этот, что ли? Чертовски классный? По всей видимости. Видимо, да. И нам может прийтись крайне несладко. И по-хорошему бы нам бы еще бы взять в отряд кого-нибудь, кто... Кто у нас, так сказать, может быть как-нибудь сможет против него что-нибудь да выставить, учитывая, что наша главная ударная сила под названием Мираж как раз-таки это будет не очень эффективен против него. Может быть, кого-нибудь добавить стоит? Например, Арси. Хотя тут и Гримлок есть. Нет, Гримлока мы оставим. Да, Гримлока мы оставим. Без Гримлока никуда. Давайте попробуем с этим отрядом как-нибудь что-нибудь дозарешать. Так сказать, разведка боем. Сначала улучшимся. О, отлично, спасибо. Ну, ура, вперед и погнали. Рекомендуемый, да, мы очень здорово отстаем, но... А что делать? Прокачиваться надо, понятное дело. Ну, пока что будем надеяться на перекаты а-ля Dark Souls. Может быть, да проканает. Немезис явил себя перед нами, но при этом отправил своих приспешников, чтобы отвлечь нас. Что-то здесь не так. Ты хочешь сказать, что огромный злой клон, который сокрушает время и пространство, на что-то не способен? Я в шоке! В шоке, я сказал! Джетфайр прав. Он должен был уничтожить вас обоих. Зачем за вами бегать? С ним что-то не так в процессоре. Разумное суждение не его конек. За этим скрывается что-то более зловещее. Мы продолжим двигаться вперед, а я вернусь к своим вычислениям. Так, все ясно. Налево идти вообще не вариант. Там задница полная, остается двигаться только сюда. Но и здесь что-то как-то не очень на самом деле. Не говоря про то, что нас ждет в финале. Ну-с, давайте. Блин, какие вы тут все жесткие. Тут надо действовать, так сказать, наверняка. Максимальная эффективность. И да хранит нас Праймус. И Примус. Ну? Ой, что-то звук недобрый был. Чах! Так! Чек! Ага. Вот зараза, а. Блин, какой же ты жесткий-то, а? Давай! Блин, одну треть здоровья потерял, и все из-за этой треклятой неудержимости. Ладно, Мираж, давай. Держись там. Это будет нелегко. Незначно. Ну чё, выпускаем Проула. Что у этого здесь у нас? Усиленная кровопотеря. Ядрить твое налево. Да вы издеваетесь. И как мне с ним драться, а? Только стрелять, что ли? Жалко, у нас нету бота, который может просто восстанавливать здоровье. Ну, раньше был это Рэтчет, но его так здорово понерфили, что это просто вообще... Даже не бледная тень, а вообще...
Так. О. Да ладно. Долго эта кровопотеря длиться будет? Слушайте, кровопотеря — это вообще жесть какая-то. Я по 1/3 теряю с этими бойцами, да что ж такое? Главное, один раз рогом боднул сразу. Просто 1/3 здоровья улетело. Чё-то у меня уже такие сомнения закрались по поводу финальной битвы. О, вот только этого еще здесь не хватало. Ладно, выпускаем этого. А что делать? Это сейчас начнет кулаками бить. Все дела, как он это любит. Трансформировать броню в этот, либо вот эти вот его стаки брони, которые он набирает, это вообще какая-то одна из самых неприятных вещей, какая есть. И вдобавок к его способности полностью критический урон игнорировать. Хотя, если я его поподжигаю, может, что-нибудь да выйдет. Блок. Ага. Ты проведешь свою тяжелую атаку? Ладно, я так понял, нет, ждать бесполезно. Все, вот эти вот 10 брони у него, и хоть ты что с ним делай. Так. Ага. Давай! Самое время! Обалдеть, а! Вот эта битва была. Прям на износ все, просто на износ. Лютый износ. Кошмар, я с каждой битвой теряю, по сути, по бойцу. Какой-то шифер свалился, так. И как назло, нет ни одного бойца, который реально может лечить. Мне кажется, тут надо просто делать ставку, знаете, на чё? Надо посмотреть, кого можно добавить в отряд, хотя бы не как бойца, а как того, кто может какой-нибудь дать баф на лечение. Это как, допустим, там Рэтчет и Оптимус из фильма, тогда у Оптимуса появляется возможность лечиться. И вроде как, по крайней мере, раньше так было, как сейчас, не знаю. Без лечения все закончится крайне печально. Так, вот что по восстановлению у нас там есть что-нибудь? Чем запитаться? Ага. Отряд. Да. Ну, с одной стороны, можно попробовать все в одну попытку вложить. Хотя это будет, скажем так, очень и очень тяжко. Но ничего, до конца идем. Кто там скрипит? Так.
Плюем. Икс. Бой на расстоянии ведем. И стремимся поджечь. Ага. 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 Не понял! А как так получилось-то? Я же вроде это... Первую атаку заблокировал. Странно. Первую атаку, короче, как бы заблокировал в альт-форме. Жму блок, а блок не ставится. Он просто стоит и ждет, когда следующий удар будет. Это как так вообще? Я же ведь вроде в тайминг попал просто замечательно. Мне нравится смотреть, как вы сражаетесь и терпите поражение. Это не просто искажение, он способен говорить за каждого из них. Какой кот на такой способен? Вы не будете меня игнорировать. Ну да, ты можешь так говорить, но мы продолжим наши разговоры. Здесь мы столкнулись с чем-то более мощным, чем то, с чем мы сражались до этого. Мне нужно изучить Бамблби после того, как мы его вырубим. Понятно. Командир, не возражаете? Нужно вырубить одного бота. Вы задолбали командиру обращаться. Командир тут и так уже потери несет. Сейчас еще у этого, наверное, атака в три деления будет. Так, от атаки ближнего боя, тогда я стреляю. Сейчас у него, наверное, еще и атака в три деления будет разблокирована, да? Вот это тогда будет вообще жесть. Ладно. Зал. Не понял. А, ну здорово. Эй. Ух ты. Ага. Давай! И прикиньте, и не наложился эффект вообще. И не наложился эффект. 5 залпов сделал, ни один эффект не наложился огня. Вот это да, вот это круто, но начало какое-то было вообще ни о чем. Ой-ю. Ой-ю. 11 тысяч. Финиш. Так, миража выпускаем однозначно. По-моему, нам сейчас такой привет там прилетит. Знатный. Ох, будет весело. 11 тысяч. Еще какие-нибудь, наверное, у него сейчас будут эффекты дополнительные. Эк. Ага. Ага. Экс. Ага. Ха-ха. Какая-то хаотичная. Он сейчас меня... Да, право первого удара. Так, ладно. Мы примерно знали, что этим закончится. Но ничего, нормально. Вроде вытянули. Но вот дальше будет... Жесть. Вот зараза, а? В смысле?
Энергии что-то не хватает. С ума сойти. Как я и боялся, здесь присутствуют функции, которые я никогда раньше не видел. Вероятно, это древняя технология, или же... Мне это или не нравится, или что? Лучше, если я не буду озвучивать свои мысли. Возможно, мы не одни. Запуск маленьких взрывных кроликов. Вы устали? Ваши оси болят. Продолжайте исследование. Я и командир попробуем провести эксперимент. Насколько жестоко надо побить друга, пока из него все зло не вылетит. Бьем друга, пока из него зло не вылетит? Да вы гляньте. Этот друг какой-то... Сын кибермамин подруги там, да, так сказать? Ну-ка, длительность бафа критически... И еще спецатака 3 открыт. Вот это вот вообще, конечно... Жесть. Ну ладно, выпускаем Арси. Пробуем стрелять тогда. И вообще ни под один удар подставляться нельзя. Ни под один. Тинг. А? Крутой перец. Как? Как ты? Офигеть, у него что за наводка такая? Не, вы видали, да? Я от него вернулся, а он скорректировал свой этот при рывке. Такой, это что это вообще такое было? Охренеть не встать. Действительно. Так, ну-ка, реаниматоры у нас там какие? Может быть, я хотя бы там... Так, это что, это ремкомплект? Во, реаниматор один имеется. Давайте-ка мы вот один реаниматора. Тик. И весь отряд подлечим. Потому что чё-то какая-то, короче, жесть творится. Чё там ещё что-нибудь есть? Ну, можно, конечно... Да, нет, лучше... Лучше вот этот вот. Чё-то как-то он больно жестко, короче, вмазал по нам. А тут у нас... Да, голяк полный. Ох, так... Ладно. Ну-ка, чё еще раз там у него? Длительность бафов продлена и критический урон у него. Еще под критический урон попадать нельзя. Ну тут мираж вообще 3-1. Это вообще, конечно, кошмар. Ну как он напал это? Тут 2 раза у него правило первого удара сработало. Точнее, даже не правило первого удара. Он вообще как-то умудрился законтрить мой ворот. Законтрил контратаку, можно сказать. Да как что? А, да, все ясно. Обалдеть. Короче, что-то какой-то он это прямо, мягко говоря, странный. Очень и очень странный. Потому что прям просто испаряется здоровье на ходу. Давайте Эренхайдом, что ли. Просто берет и... У него какая-то автонаводка есть, скрытая. И уворачивается от моих уворотов и при этом умудряется нанести урон. У него какое-то окно больно... Либо у меня окно неуязвимости маленьким очень стало. Ой-ой-ой.
чуть не встать. Да вы издеваетесь. Тут какой-то секрет есть. 100 пудов. У него еще вот это вот «я чертовски хорош». Мне кажется, надо мне его на контратаках ловить. Именно когда он бьет, и это опасно. Ждать его атаки, учитывая, что он может корректировать свой рывок, этого вообще здесь никто делать не умеет. Даже сам сайдсвайп не умел, но в этом режиме он умеет. У меня бойцы отступать вдруг разучились, прикиньте, он не отступает у меня. Охренеть, это что это вообще такое? Жесть какая. Обалдеть. Во дела. Они, короче, стопор ловят. Прикиньте, какой-то этот есть эффект, типа, ну не страха от этого одержа, стопор ловит и все. Я ему назад, а он вообще назад никак не хочет идти. Еще этот, когда неудержимость ловит, это же вообще просто. Так. Бесполезно. Я крутой перец, просто у него вообще супер навык. Он еще и длительность продлена его этих бафов. Он просто восстанавливается на счет раз. Тут надо только ждать, когда он пойдет в атаку, и ловить его на этом. Только так. Есть! На последнем издыхании. Все. Завалили чертовски классного. Но что-то какая-то херня с технической точки зрения происходила. Вообще лютая. То он корректирует свой рывок, то мои отказываются назад сдать немного. Мы сзади не даем. По всей видимости, типа этого, да, они? Хотели. Ой, ремкомплект еще получили. Ну, спасибо большое. Ладно, с горем пополам завалили чертовски крутого перца. Но дальше будут, наверное, ребята еще покруче, а посему надо готовиться к этому. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые интересные прохождения снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.